Ай-яй-яй. Как же нехорошо получилось. Блин, не вовремя перезаряжаться начала. Так, есть еще коктейль молотова, чертов. Может, взорвем? Ну, так просто для галочки. Взорвем. Меня аптечку берем. Перезаряжаем здесь. Что у нас здесь? Только винтовка и гранатомет остались. Блин, сдохните. О, да. Вроде пронесло. Еще одна отвлекалка есть у нас. Фух. Круто, это патрон для чего? Для ПП, шикарно. Они дают нам 200 патронов из этой... из этой корзинки. Так, здесь открыли. Так, что это такое? Ну это мадерфака такое. Ну что, здесь они сейчас будут прыгать? На эту платформу или нет? Может быть нет. Ага, нет. Да. Вон они, плывут, ублюдки. Так, вот тут что? Перезаряжаемся. Не забываем перезаряжаться. Вроде все спокойненько. Но это пока. Ух ты, смотрите, сколько их. Ну, они нам ничего не сделают. Можем взорвать его так. Давайте посмотрим, как эффектно сейчас все взорвется. Да, неплохо. Ух ты, он смог перебраться. Каким же это образом? Его неужели ударной волной перекинуло? Интересно, интересно. Тут они никак не могут пробраться, да, по всей видимости, нет. Так, ой-ой-ой-ой-ой. Вы смотрите, что творится. Не понял, а где они? Ай-яй-яй-яй. Конечно, сейчас будут выпрыгивать все из воды. Вот это прикольчик. Патроны для ПП, отлично. Еще 200 штук дали нам. О, нет. Шикарно. Прям ложились ровно под прицел. Вот так бы всегда. Так, вроде бы нормально. Нормуль, нормуль, нормуль. Так, с этими... А вот с этими не знаю, как разобраться, ей-богу. Куда они эту кислоту кидают? Непонятно мне. Так, сейчас будут спрыгивать. Вроде все. Ну, кто там еще внутри, по-моему, был. Я как раз их всех застрелил. Так, вот, ожидают меня уже. Yes, горите в аду. Так, у меня, кстати, винтовка снова закончилась. Закончились патроны для ПП. Но это, кстати, вот конец этой миссии. Мы уверенно дошли до конца. Супер, миссия выполнена. Смотрим, что по времени у нас. Больше, больше, больше потратили. Но это, видимо, из-за того, что нам пришлось с чекпоинта начинать заново. Потому что замочили. Замочили нас в середине этого эпизода. Ну что ж, продолжаем. И следующая миссия. Шоссе в ад. Транспондер сигнал был релейт к главе порта авторитета. Последняя entry в логах detailed a vessel commandeered by the military, headed for Ravensfield Airport to the north. Since every ship in the port was trashed, the only choice was to follow the highway. It was in bad shape, with pileups as far as the eye could see. With any luck, it was still traversable by foot. It was gonna be a long walk. Ну что ж, похоже, самая будет длинная миссия у нас. Ну, нисколько не пугает. Мы уже нашли общий язык зомби.
поэтому будем стрелять направо и налево. Так, окей, оружейный магазин. Давайте-ка зайдем, посмотрим, что здесь. Здесь ничего у нас. Пистолет-пулемет выбираем на полную. Так, что нам можно прокачать напоследочек? Максимальный запас. Так, и берем 68. Так, гранатомет нам не требуется. Вот этих штук берем 4. 4 гранаты. Все по 4. Так, может быть, это прокачать число зарядов? Нет. Лучше тогда вот отвлекалочку. Нет, нам не хватит на отвлекалочку. Здесь тоже нечего прокачивать. Коктейль Молотова нечего прокачивать. Ладно, давайте... давайте что-нибудь... дробовик все прокачали. Ладно, тогда остается вот это вот. Что тут, максимальный запас? Давайте. Окей, гоу. Погнали, с богом. Да поможет нам сатана. Нормально. Будем экономить. Потому что последняя миссия всегда... всегда самая-самая-самая чертовски сложная. Ну, двоих жалко. Жалко, что двоих. Хотелось бы, конечно, побольше. Так, ну что это? Шоссе в ад у нас. Сколько дали? Порядка 2,5. Пока они не особо нам досаждают. Но нормуль. Ай-яй-яй. Вот это... ай! Вот ублюдок. Сзади подкрался. Скотина. Не успел. Постучался в грудь и упал навзничь. Офигеть. Быстрее бы чекпоинт. Так, всего-то меньше 500 осталось. С этими разобрались. Даже никто не задел вроде. А, блин, туда к ним надо будет. Посмотрим, что будет. Оу, ес. Они попали в зону поражения. Мать их, да. Бля, мне обязательно туда идти. Да, судя по всему. Так, может, гренами туда закинуть? Блин, плюется ублюдок. А его никак не достать, к сожалению. Только если отсюда. Ну и нормально. Ай-яй-яй-яй-яй. Нормально меня завалил. Но зато дал нам дополнительные патроны. Отдыхайте. Офигеть. Офигеть, реально офигеть. Так, это наш гигант любимый. Так, забираем вот эти штуки. Бля, у меня патронов-то хватит. Так, ударная волна сработала на ура. Оу, ес. Вам не кажется, что их реально много чего-то?
Фак! Что-то их реально многовато. Черт. Да, вот это шоссе смерти, блин. А не шоссе в ад. Так, а что он нам ответит, чем ответит шотган наш? Еще один, малыш. О да. Бля, он сможет туда перепрыгнуть вообще? Блин, нормально он мне сданул. Бля, чертовы червяки. Патроны я не успел взять. Ладно. Блин, я в эту чертову кислоту попал. Ладно. Здесь 200... А, не, я успел патроны взять на самом деле. Откуда эти ублюдки пошли? Чё, погнали? Yes, наконец-то, чертов чекпоинт. Блин, как я ему рад. Шикарно. Ну что ж, давайте сразу покупаем патроны. Так, здесь наверняка что-то можно прокачать. Канистрочку берем. Так, на всякий случай. 700, может пригодиться. Так. Запас здесь все есть. Нет, не хочу 75 тысяч тратить на это дело. Срок действия. Вот это поэффективнее будет. Так, здесь тоже все прокачано. Максимальный запас десятка, двадцатка. Угу. Oh yes. Так, на это уже не хватает. Ладно. Подождите, шотган взяли? Да, теперь все. Hell yeah! Sorry. Погнали, вперед. Ну что, супер. Сейчас взрыв будет. Мне кажется, что их реально многовато что-то. О нет.